Աձը բունտը սերը, կորպուսը արբախիզանը, առա ստերցետ նա ախորգանանդունը բնդուրը վարակ, թե բելտա լկսանդրը ծերտ, ոյ ու աղսս գուխաբար մոխան նեպ պատանդար։ Հուսար իրստունը պատսախադուն ունիվերսիտետը նուկ ախոստը բախիզանը առաջը ավարդարցետ, աձը ախորգանանդուն կայնում խասը ոյ ծերտ։ Ректор Тедита Вадима на хастам гаска уистер ахсус гунсау, в менаме охорганандун на бендуре верджите нумрух, кома моква феста гаттей. Ты был Александр Рудис, на вальдар охорганандун на бендуре верек, аммейн абун, шерткер, шедис арест, и махан штеркоттагу, не петендер. Эгалмеем кастастам, ходикоттам, кудроша в дженис я шерт, я хузан в дженис, на в дженис я хузан, ме игул держуринч, Амткай, Тенгхурс Рошетис. Роздар Дармоен, Сарастой, Ширт, Хашт Розме, Фала Виуди Остави Юнг, Ама Босодис, Хашт Таменте, Фала Ирен Ноге Сарастом, Ама Мафандезар Амбузнега на Хаста, на Геймпадрочикен, Джусой Телепиен, Кеше Петер Сарастом, Шамей Абумбохан, на Зердата Барухскена. Тебелте Александра Хайбавард Иристун Розмецет Ехаубад. Вы артенамосте Иристун Розмецет Интеллигенции Миня Вартима Архатто Педагогу Техникум Боканен Сталинира. Цхинвал Роздар Офтахунд. Минь фаросте да артендека гамозата Боку ту Сталинир Агробиологу Институт. Кэце фэста дар схуту Хусар Иристун Педагогу Институт. Апуны Хусар Иристун Патсахадун Университет. Кэгаган репрессий гундарцен и минь фаросте да артен афдамозы. Ама якуда та царда карума рабинуны кэнэн я куха налбавтын. Ими фараста да фэнзэ фэнзэ мазута реабилитацию гондарцэд, ацэ цавалстэр ахсэз гонэйсэн бэлдэсэ университеты коллектив ама студентта. Александр Ерэстуны культуру фронты як ух самана бокутта, рагмас фарста мару хаста, ама за смэшады слахамэнигда на базы. Александр Нойма Бастышты Хусар Ерэстуны школаты намастар, на техникумты намастар, пет техникумды вирозыцы дикон, ама на пединституты байгумдар. Гурзи агрессия стадзе, кайзаны кау пырхырсыдысты нахурдана корпуста, усырон сафтырсыды пырхырсыдыс, я цырт завандар. Ама абуны буны, бузнык нахисаған, на президентан, на ректорын, Александр Нум, Сынсун Каменнел, Хохамыштыр Кыст Кайбок Уттой, ама я сырт, катерыма астай оламауды, вот наканай, кахтай сарма, арыст кайрсыд исма, вот кайрсыд исма, университеты Арбахизаны. Арвел Райсумдар на университет Марбахизге, аз бангарен эваджавахцунен гаранта, на охорганен дункайнум хастуэй, табалта Александра Циртелфин Белгия. Рабочая встреча ректора Югоустинского государственного университета Вадима Тедеева с коллегой, ректором Северокавказского горно-металлургического института Юрием Дмитраком. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества вузов. Вадим Тедеев и Юрий Дмитрак осмотрели новый университетский комплекс. Затем ректор СК ГМИ дал эксклюзивное интервью ЙОГУ ТВ. Юрий Витальевич, поздравляем вас со вступлением в должность ректора. Мы знаем, что вы некоторое время работали в Росатоме. Как получилось так, что вы попали в СК ГМИ? Я с 79 года связан с высшим горным образованием. В 79 году поступил в Московский государственный горный университет, тогда он еще назывался Московский горный институт, и прошел путь от студента до исполняющего обязанности ректора Московского горного. Ну вот, к сожалению, в 2014 году вуз был ликвидирован, и я перешел на работу в Росатом. Полтора года у меня не было в высшем образовании, но из горного дела не уходил ни на один день. Дело в том, что в Росатоме я работал в горно-рудном дивизионе Росатома, в холдинге «Атомредминзолот», в урановом холдинге. Был сначала советником генерального директора, а потом год возглавлял
ведущий проектный институт. С гордостью могу сказать, что вот через мои руки прошли проекты всех урановых месторождений Российской Федерации. А еще одно месторождение мы спроектировали и ввели в эксплуатацию, месторождение Источное. Вот. Получено за год, получил 9 положительных заключений на все урановые месторождения Российской Федерации. Я снова вот попал в свое любимое высшее образование и надеюсь принести пользу своему родному вузу. Северокавказский горно-металлургический институт – крупнейший технический вуз в России. А какие изменения, нововведения вы хотите внедрить в работу института? Ну, еще Владимир Ильич Ленин говорил, что кадры решают все. Поэтому первая задача, которую я для себя поставил, сформировать полноценный костяк профессорско-преподавательского состава. Это не беда только Северокавказского горно-металлургического института, это беда всех вузов Российской Федерации, к сожалению, идет старение кадров. И вот тут самое главное не перегнуть палку. С одной стороны, безусловно, надо подтягивать молодежь. Самое главное и самая тяжелая задача любого ректора – это найти вот этот вот здоровый симбиоз, здоровый паритет между опытом и молодостью. Вот это для меня сейчас задача номер один. Есть команда, но вот сейчас нужно чуть-чуть оптимизировать коллектив, и тогда, я уверен, у нас все получится. Часто можно услышать, что студенты прошлых и настоящих лет разные. Ну, мы никуда не уйдем. Интернет, цифровая экономика, да, мобильные телефоны. Когда я учился, ничего этого не было. Меня беспокоит одно – читать стали меньше. Вот это да, вот это да, вот это я вернул бы. А так, они образованнее, современнее, намного лучше, чем мы, умеют адаптироваться в постоянно меняющихся ситуациях. С этой точки зрения, конечно, они разные, не такие, как вот мы были, но это молодые люди. А вот в этом плане ничего не изменилось, душа осталась, молодая душа, задор. И честно я могу сказать, спросите любого преподавателя, что вас привлекает в вузе. Ну, интересно общаться с молодежью, ты от них заряжаешься энергией. То есть, с одной стороны, да, конечно, изменились. Но они изменились, реалии изменяются, соответственно, и молодежь меняется, подстраивается под эти реалии. Наверное, и я изменился, я уже не такой, как был там 40 лет назад. Вот. А принципы, подходы, я всегда школьникам говорю, хотите, мы вас научим в университете, не хотите, мы вас не сможем заставить. Просто у сегодняшнего поколения и возможностей больше, но и отвлекающих факторов больше. Я знаю, что ваши студенты предложили вам возродить традиции, которые были раньше, выезжать куда-то, исследовать окрестности. Даже они ездили в Анапу, по-моему. Да, Геленджик. Да, безусловно, это входит в один из приоритетных направлений воспитания молодого поколения. У нас есть великолепная база ЦЕЙ в горах. Ребята туда с удовольствием ездят, это и база практик, это и отдых, зимой это горнолыжный спорт. Вот у меня большие планы по отношению к этой базе, и ребята, они не только что-то изучают, у нас еще сильные спортивные секции. Своим футболистам сказал, что буду выделять деньги только в том случае, если будете возвращаться с победой, пока они меня не подводят. Мы знаем, что вы в дружеских и тесных рабочих отношениях с нашим ректором Вадимом Батразовичем. Вы, наверное, смотрели наши новые возможности в связи с переходом в новый университетский комплекс. Поделитесь с нами своими впечатлениями. Ну вот буквально 5 минут тому назад Вадим Батразович закончил для меня экскурсию. Ну, великолепное впечатление. Я уже сегодня вот утром говорил вашим преподавателям. Ну, новое здание, ну что тут говорить, новое здание, великолепно оснащенное. Поверьте, я много видел кампусов Российской Федерации, вот, ну, шикарно, просто шикарно, все новенькое, а самое главное, ничего лишнего, все очень умно, эргономично, с современными системами пожаротушения, оповещения, сигнализации, здорово, здорово. Ну, а что касается нашей дружбы с Вадимом Батазовичем, да, действительно, так вот судьба нас свела, знаете, говорят, как вот искра пробежала мгновенно. Вот, мы понимаем друг друга с полуслова.
Я ему очень благодарен за то, что он оказал такой теплый прием. Мы договорились с Вадимом Батазовичем сотрудничать в различных областях образования, науки, спорта, искусства. Я благодарен президенту Южной Осетии Бибилову Анатолию Ильичу. У меня состоялась с ним деловая беседа, где мы обсудили различные вопросы сотрудничества между нашими двумя республиками. Поэтому вот впечатления самые положительные, самые положительные. Я до сих пор вот еще нахожусь под впечатлением увиденного. Спасибо вам большое. Иристун Алукомтедар и в Годкори Оцедеста Ирона в Зажебунецете Модзалте. Вадахуссо Иристун Подсохадун Университете Дар Ирон Филологи, Эмарайде Анахораде, Педагогика, Эма Методика и Факультете Фалгатте, Вагдарцед Модалун в Зажебарагбун. Ирон в Зажеказник Дзинод, Эма Янесониог Инна в Зектехсен, Автомобилен Дарце Медисун Коттектел Эрдзертуй Модзал Марбомбер Бавджете. Алла Ирона Демогендер, Яхасу Цемей Зона, کسا آخر کنا یه مادلون افزاق نه افزاق نه آدم خود آفت زغنس زون چن کرخون آدم ما خندر نه مادلون افزاقو آچن اما ما خند نسی راک خسو نیب بتندر ایول در چمه نه مادلون افزاق قاق کنم دورم آل ورسونه آل سفیرای در که زغنه قوه اما بعد ما خنفسیس اما نه مادلون افزاق نفیس افتسنیس فلرمستر کنزنیس رزگه ایرون افزاج فزند فتزاگ ایرون چین جه فزندل و رسی آگا خورگند تا شگرین اما میلی ری غوخای بوورد ایرون افزاج رای رستمه ایرون آدمون کافته تا اما زار جه تفدل آفتما بیرن در فرسته تفدل تا گلات تا با کاستسته فاکولتیت استودینته Зиндуонд пыду автома ирон эвзаг нымаду рагун скифаг, сакаг знамте эвзаж ивнек байзаттагал. Я рай растефендагл скифаг сакаг эвзаг раифта фцаг сармэттаг, стай алайнаг эвзагма, ама фастагмата иронма. Ирон эвзаг зона де фидара ябынат сартакот ирайнаг рагун эвзаг. Ирон эвзагу ирон адамы эвзаг, цагад ама хуссар иристуны официалун эвзаг. Мин авцадах сайфы цагамазу мэздаджа ба кондр цадис скола. Цыран ахор коттой ирон сывалатта. Гай сарастафы цаг ирон дамгат, арван славяйна галфавита бандурал. Уц алфавита бандурал гай сауджин гейн цаварта, кейсата баули яхусай, ирон эвзаг марат алмац коттой фэцаг ирон дина чинэк ахам сарима. Начальное учение человеком, хотящим учитися, книг Божественного Писания. Уагдар цедис маскуе, мин овца данавад эстамозам. Старкус бакота, ирон авзагал фина гахургон Андрей Шогрейн. Вы ирон навад, авта май сахуркота, ирон авзаг, ама махор равахта, мин овцада цепор цепарам азы, ирон авзаджи грамматика цепор цертуат хима. Авацаган, харстам адайма гражданзен, ирон адаман андер адамай, все валад Федоров Ферт Миллеры Берсе харшта чибасад аха. Вы сорт нудешам ануша керун амашазам ануша райджана. Вы дурас сагнука ама культура и жинткунт архая. Все валад миллер и рыштов машет фонс хатте, ама дыкак хат кушет вадай талмаска на джишар налкот, качета, таурахта, архавта, ама амбишан тэйн сэжарунт лакта коттой, вы дом макушке шага хаттыл фэштая хадак. Миллер я бар качин армак ирон авжакай мухры рауахта шайраджи, Шераджидар Дубачинеджи, осетинские этюды, ама язык осетин. Иристуны охам одаймок нарозынзан, обойс дувасуи чинезуна. Анудасам анусы ирон адама болавар кутта хейтак котык устае, эссадзам анусы та обой дувасуи. Васуи лаккатта ирон зонады, раз агарунсты. Охам издах набоззат ирон зонады, ама дефадман уахтай дувасу. Васуэт историк, литература иртасак, этимолог. Авзаджи иштасак, ахсанадун архаяк, ацак ирун хоцавай арфагунт адаймак. Доклаттан имяга анализис кутта, райде анахарады педагогика эма методика ек офидрайгас, хагат хилия. Мен аст винтек хайзахты, выдонуст ирун авзаджи, охам епизодта, кас епизодта, авзаган, бараким ма, астак ох сколай дар, райде ан сколай дар, ирун авзак нахур кенай, вадай ума вала ма хорз набазун жена. خورزن از آخر کنجنه و من معالف زاگن در ایس یخی افزاج گراماتیکون زاگت ده
Ирона взог, ама имя его взог зуне на декафедре профессор Джабита Зарбег яран хасе бонесан кутта. Ирона взог кот тажге хаттета, Ирона у кей кав аразен эмен дар мазал тефадел. Модал он взог, цар де бастун арбину не кене нефадел. Сал мадарит дар кот тажге хат, Ирона урай дайу фессен, Ирнта макарвитам загам дала Москва, макану гирам, макану гинерам, умре сага Ирона камаручина. Казе загам махан, не взог, не сидар зани сире ме разгафал тарстут, ами ам кене касат, якусам кене дарат. Вот и хвенте адм. Ворисок филологии, журналистика, ама фасора и нога взекте факультета декан бязарте алла, бузнеджи не хаста зохта мазал фадел. Окамандар яхи цай арозга у евзаджа сгдаг динадал, ама газдаг динадал кусен. Маха кама бахизам ала хазон арбайска дзерта югар дзурам ирон взагал, вада кама дзурам Ана арбайска дзертай, ма ана паразитон дзертай. Хе адны нудзанис розмазад не взогандар, не гдоандар. Ама ан мазар да загац, ама и алчи даруам. Бар зонд ам вазадл ирона взогал, якуды таневандам мацарахсам. Аца бум ма хуссари рестуны патсахадон университета кастасты зингон ирон фасчета ам дзавгатадар. Андрей Шугрин, монолог и Кату Владимир. Азон мазон мацаста рухздаттын, халорай савахар зиоган айсуд. Вахар заган маудзин тасаттын, амай мавахи кабула варзуд. Аз финогдан, фаластан вафырд. Махи авзагау баварстун, аз вевзаг. Равдау мая алазал, ядзырд, нартон дуни маразы айтыгд. Фентог. Палитру красок студенческой жизни делает ярче знакомство с новыми известными личностями. Это дает стимул совершенствоваться, постоянно расти. Знакомство с людьми, достигшими определенных высот, помогает молодежи ориентироваться в жизни. Юго-Остинский государственный университет посетил российский политический деятель, федеральный комиссар движения «Наши» Сергей Белоконев и политтехнолог, пиар-менеджер, поэт, главный редактор газеты политической карикатуры «Шарж и перо» Давид Газзати. На встрече со студентами и преподавателями ректор ЮГУ Вадим Дедеев поприветствовал собравшихся и представил им гостей. Сергей Белоконев поблагодарил Вадима Дедеева за возможность пообщаться со студентами. Он рассказал студентам об опыте работы, проектах, которые он реализовывал. В эту поездку я нахожусь в том числе и в рамках международного форума, который проводит Северокавказский филиал президентской академии Ранг Х при президенте России, кто находится в Пятигорске. Мы участвовали там в обсуждениях, в круглых столах. Одна из тем, которая, наверное, сегодня является повесткой, которую тоже хотелось бы здесь и обсудить, в том числе, это развитие человеческого капитала, развитие в целом Северного Кавказа, пространственное развитие. Студенты и преподаватели задавали интересующие их вопросы как в сфере экономики, так и вопросы, касающиеся молодежной политики. Президент студенческого клуба «Аполлон» Салима Дедеева рассказала гостям о создании и деятельности клуба и пригласила Сергея Белоконева в поход. Студенты выражали искреннее восхищение творчеством Давида Газзати, зачитали одно из его стихотворений. После встречи со студентами Сергей Белоконев ответил на вопросы съемочной группы ЮГУ ТВ. Вы впервые общаетесь со студентами Юго-Остинского государственного университета в стенах вновь отстроенного университетского комплекса. После общения с нашим студенчеством можете сказать ваше видение взаимосотрудничества в ближайшей перспективе? Ну, во-первых, я удивлен, приятно, и я рад, что здесь молодежь ничем не отличается от там, московских вузов, студентов и так далее. Все-таки достаточно уровень и познания, и знаний, и желания изучить вопрос. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать, мы сегодня обсуждали с ректором возможности взаимодействия нашего департамента финансового университета при правительстве Российской Федерации по теме подготовки кадров, специалистов, научной деятельности. Здесь есть перспективы, и мы будем приглашать ребят отсюда
по тем профилям, которыми мы занимаемся. Плюс я как человек, который имеет понимание там, по развитию образовательной системы, со своей стороны буду содействовать ВУЗу в том, чтобы усилить, укрепить позиции в научном плане, в образовательном и так далее. Спасибо большое. Служба добрых дел факультета психологии Югостинского государственного университета проводит акцию в Доме престарелых инвалидов в поддержку университетского проекта «Мой вклад в становление республики». В Схимбальском доме престарелых инвалидов студенты факультета психологии сразу нашли общий язык абсолютно с каждым постояльцем. Истории, рассказанные стариками, никого не оставили равнодушным. Психологи пришли с небольшими презентами. Людям в возрасте, обделенным вниманием близких, всегда бывает особо приятно такое общение. Возможность выговориться, вспомнить молодые годы, поделиться жизненным опытом воодушевляет их. А молодым людям дается шанс еще раз задуматься о будущем, любви и вниманию к ближним. Данная акция, мероприятие проводится в рамках университетского конкурса социально значимых проектов. Этот проект был разработан на основе службы добрых дел, которая функционирует у нас со дня открытия факультета психологии. Вообще психология – это наука о душе. И мы стараемся, чтобы студенты, которые получают теоретические знания в ВУЗе, применяли их на практике. У организации службы добрых дел очень богатая история, несмотря на то, что она функционирует короткое время. Мы не первый раз посещаем дом престарелых инвалидов, посещали школы-интернаты, проводили акции, встречи с матерями погибших ребят на войне, всячески оказывали психологическую помощь. Работа службы добрых дел финансируется, активно финансируется и поддерживается нашим ректором Югостинского государственного университета Тедеевым Вадимом Ботазовичем. Мы за это ему хотим, конечно же, сказать большое спасибо, потому что без его поддержки у нас этот проект не начал бы работать. Мы хотим привить нашим студентам привычку делать добро и заразить всех этой идеей, всех остальных. Студенты, участники акции, поделились своими впечатлениями и эмоциями со съемочной группы «Йогу ТВ». Мы сегодня пришли оказать психологическую поддержку постояльцам этого заведения, принесли им подарки, поговорили с ними на разные темы. Они рассказали нам про истории из своей жизни. Мы заметили, что они были рады нашему приходу, так как они почувствовали, что они еще кому-то нужны. Мы увидели радость в глазах, ведь им нужно всего лишь маленькое проявление внимания. Им нужна наша поддержка, как нам нужна была поддержка в младенчестве, в детстве, также им нужна рука помощи в таком преклонном возрасте. Сагат Иресту на Пацахатун университета Ирон филологии факультета Навацванзай Азыцитан Баракбону Мазалты Хоэдрайсты Хусар Иресту на Пацахатун университета делегации. Ирон филологии факультета юбилею Ахдарцы Сагат Иресту на Пацахатун университета концертун залы. Хусар Иресту на Пацахатун университета делегации Сархалава Гамгус Каннадама инновацион политика и проректор ТДТ Заира университета ректора ТДТ Вадима Нумай Арфа Рокутов СМТН. В этот юбилейный день хочется поблагодарить все поколения преподавателей факультета за их неустанный самоотверженный труд, за творчество, педагогический талант, за подготовку специалистов, способных к успешной учебно-методической работе и исследовательской деятельности в области осетинского языка и литературы. Уверены, что факультет и дальше будет продолжать и укреплять традиции основателей факультета новыми свершениями в пространстве культуры, науки и образования осетинского языка. Делегация из Кондуодеста Ахурадама зонадминистра Хадиба Горесака в Саджика Федрой доцент Каглу Тейлисо, Горесак филологии журналистика Мафасара и Нагавзакта факультета Декам Биазарта Алла, Радио Нахурад педагогика Мамедодика и Кафедрой Сархлава Кихугат Илья, Ирон филология Марадио Нахурада педагогика Мамедодика и факультета Декам Тебелте Инга. Корм Барак Бонудис, юбиляр Аналлахотта, Фазаганс, Х
хорз на хаста, кор на хаста, орфей кеменс. Мохедер, рано хоскутта, Залина Константиновна Ческа.